В правительстве обсудили вопросы формирования зон приоритетного экономического развития. На первом этапе их предполагается сформировать в Алагирском и Иравском районах. Основная цель – привлечение в села инвесторов, которые бы могли организовать там производство, обеспечить местное население рабочими местами. Потенциальным резидентам предлагают предоставить налоговые преференции, в частности, освободить от уплаты налога на имущество, транспортного налога и единого сельскохозяйственного налога. Теймур Астускаев предложил сделать ставку на перерабатывающее производство. По мнению премьера, такие предприятия могут стать основным источником пополнения бюджета всех уровней. Здесь нам нужно идти от производства именно к переработке сельскохозяйственной продукции, создавать на территории муниципальных образований перерабатывающие предприятия с большей добавленной стоимостью. Это и большие налоги, и самое главное, большие возможности для инвестиций в дальнейшем в развитие агропромышленного комплекса. На заседании рассмотрели результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за прошедший год. Говорили о строительстве и работе предприятий коммунальной сферы. В прошлом году ввод в эксплуатацию жилья вырос на 7,3%. В среднем, согласно расчетным данным Северокавказстата, на одного жителя в республике приходится 29,2 квадратных метра жилой площади. И это один из лучших показателей в Российской Федерации.